Опустели школьные кабинеты, ребятня и взрослые потянулись в парки. И вполне логично, что именно здесь стоит устроить представление, главная цель которого еще раз напомнить маленьким зрителям о пользе чтения. Сегодня день телеграмма! Да ты, дрябая Панама, сегодня день! Дырка у вас голубая! Ладно, значит, вот что, девушки. Ну-ка, бегом быстро учить книжки читать. Праздник приурочен к 350-летию со дня рождения Петра Первого. Актеры театра-студии «Игра» и сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили для ребят песни, игры и различные викторины. Пять быков дают 10 литров молока. Корова. Ноль. Пять быков дают 10 литров молока. Ноль. Пошли варианты ответа. А сколько дадут молока 10 быков? Считать умеете? О, так получается. 20 литров дадут. Так, еще версии. В одну только центральную детскую библиотеку в Видном записано более 4000 детей. Летом традиционно количество посетителей падает. А значит, стоит совместить чтение с другими не менее полезными занятиями. Много лет библиотеки на летние каникулы предлагают детям большую такую интересную программу по чтению, включающую в себя мероприятия, встречи, просмотры мультфильмов, какие-то квесты. То есть очень большая. Мы работаем с детскими оздоровительными лагерями, и сегодня как раз открытие этого праздника. Стоит напомнить читателям, что сейчас библиотеки округа работают по летнему расписанию. С понедельника по субботу с 11 до 19 часов. Воскресенье выходной, последний четверг месяца – санитарный день. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.